Было это или нет, решайте сами. Но однажды у слова «сыщик» украли букву после приставки. Слово это забыло, как оно пишется, и пришло к Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону за помощью. И стали они приглашать всех свидетелей, которые знают, как пишется слово «сыщик». Шерлок стал вызывать родственников сыщика. На помощь примчались слова «выискивать», «поиск», «поисковик». Они предположили, что украдена была буква «и». Но когда подоспели слова «розыск», «отыскать» и «обыск», они стали утверждать, что на самом деле пропала буква «ы». Чтобы понять, какую же букву искать, Шерлок Холмс направил это дело к нам, чтобы мы выяснили, к какому разделу русского языка нужно обратиться, чтобы определить правописание этого слова.